Так, ребят, всем привет. В общем, решили сегодня поиграть в Octo Survival, потому что я не знаю. Так, сейчас подожди. Бля, у тебя дерево есть? Жорик, привет, да? Что-то вышло. Да, у меня Wi-Fi пропал сейчас. Ну ты пока ходи, сейчас я перейду. Технические неполадки. Ну да, я что-то не знаю, у меня что-то. Под душ был этот самый God of War. Лево. То, что мы хотели вчера запустить. Решил сейчас сделать. Не знаю, хочешь ты кого-то не знаю, как это даже объяснить. Кого-то трешака, наверное. Привет, блять, урок. Мы сейчас что, получается, по заданию пойдем? У тебя тряпки есть? Да. Может мне пару тряпок кинуть? Да. Иду тут отдыхать. Где на лечилке? Да на сундуке, а сундук сам. Я просто появился в сундуке и выйти не смог с него. Да, добрый вечер, Эдуард. Ты где? Я возле сундука стою. Сломай его нахер и лети сюда. Ломать? Да. А как? Ну, разобрать, подойди к нему, это самое, разбери его. Ну, открой и там вот разобрать. Ладно, пойду искать сам. А ты где вообще? Ну, на нашей базе где. У меня только, знаешь, так хрен. У меня еда 9%. Точно нет. Ну, у меня вода вообще ну. У меня-то вода есть. У меня еда есть. Попьем. Может на карту посмотреть и переселиться. О, Господи. Пустите в эту ёбаную канализацию. Здесь? Иди себе тряпки ещё. Я тебе дам, да. Ну давай тряпки. Икс, да? Тряпки. Ты, по-моему, в меню заходишь и передаешь мне? А, нет. Сколько тебе дать? Вот, давай две. Все, пошли. А
фонарь. Отлично. Угу. Я не понял. Да. Братцев, ты помнишь как? В смысле братцев? Сбираться в наше укрытие. Блин, надо пробовать. Ну, пробуй пока. Там залезть, пробел, уткнуться куда-то. Я что-то место выбрал вообще. Полно ничего не поломает. Сейчас, подожди. Только ты мне не помогай, я должна сама поднять, а то я буду так и тебя ждать. Ай, блядь, может помочь мне? Нет. Ай, блядь. Корень на ноге, да меня лупят здесь. Где? Ты меня видишь, красная стрелка, ёбаный в рот. Это там лазит, потом. Возьми молоток. Да блин, а ведь. Еще мышку не видишь, что ли, Лена? Пожалуйста. Заебись. Чё? Кто-то умер? Ну, естественно, я умер. Ну а ты лазишь там, где меня нет? Ну вот начинается. У меня, Лена, у меня воды нет, блядь. И сюда. Куда? Вот запомни, вот эту постройку, видишь, вот сюда, между постройкой и деревьями, блядь. Нажимаешь залезть. Угу. Вот. Кусту. Ну конец. Только держись возле стены. Хорошо. Получается, что? Нет. Стой. Я не могу понять, это пусто. Вот смотри, ты залезла сюда, правильно? Да, господи, вот там. И вот, вот снова к стене прижимаешь, снова нажимаешь залезть. Что ты там стоишь? Ты пошла? Поняла как? Ну, пару раз пройтись. Так, нам надо на миссии, потому что нам срочно вода и еда нужна. Куда пойдем? Так, а у нас кого-то на миссии-то? Пошли в этот самый, спустимся в канализацию. Не бей ты их. Почему? А нахуя? Можно снова в город слазить, скажем так. Ну, поживиться там едой, водой на легком. У кого миссию брать?
Ну, у этого. Этого чувака. Давай, беру у него миссию. И, да, давай. Даже не обустройство. Что за хуйня? Жизнь на ферме тоже не то. А, она походу наверху у нас. А, блять. На вышку вставить, сука. Сейчас, подожди. Вот эта вся хуйня нам еще недоступна. Ты прокачался, кстати? Не помню, кстати. Нет, не качался. Сейчас качнусь. Лагерь можешь починить? Где? Прокачки. До 10-го хотя бы. Нет. Сейчас, секунду. У тебя, если правильно нажать на C. Там, где будет нарисован человечек. А, ты про это? Нет, я не могу качать. У меня нету XP. Ясно. Так, ну чё, пошли тогда это самое наверх. Наверх. Ну выйди из этого сам. И телепортируешь, где маска Холока нарисована. Стой, не выходи. Нажимаешь, ну, у тебя так, по-моему, если не ошибаюсь. Да. И где маска Холока нарисована, туда телепортируйся. Маска. Ну вот, блядь, маска Холока. Да, мишень, здорово. Ну, там, блядь, сварочная маска нарисована, блин. Так, можно сказать? Я захожу в город, и ты это самое. Ко мне присоединяешься. Там, где ты стоишь сейчас? Да. Я задание понижу просто-напросто. Ну ты ко мне сейчас должна будешь присоединиться. Первый выход в город? Выход в город, да. Хотя бы можно по воде, по еде более-менее подсобрать. Да, потому что у меня очень дикий, я сейчас не знаю. У меня вообще все по нулям. Ну так всегда, когда начинаешь. Хуяк. С одного удара? Ну я же понизил эту сложность. Специально? А? Специально? Ну естественно, чтобы проще было собраться. Ясно. Ты не обольщайся. Другие миссии на обычно тоже проходить. Вольну. Пиздошли. Я в здании. Ну ты бежишь и бьешь.
Понимаешь. Собирай все, что видишь. Собирай все, что видишь. Просто сразу прокачайте вот тут воду и жратву, чтобы она меньше всего беспокоила, блядь. Мне удалось найти только одну консерву. Ай, блядь. Больно на ноге, можете помочь? Да. Ты где, на улице? Ну да, спрыгивай с этого, с балкона. Нет. Я тут старенечки. Боже мой. Успею? Ну да, я еще держусь. А, спасибо. Вальну. Город такой себе, пустенький. Ну, маленький город. Похаваю что-нибудь. Я бы воды попить. Я могу батончик дать. Да нет, у меня пока нормально. В смысле, да, звучит, ну, просто, чтобы просто пополниться хотя бы по чем-нибудь. Нет, там другой был магазин. Можно перепрыгнуть через домов. Блин, красный, чтобы загорелся, красный. Это вон еще идет. Давай попробуем. Че, справишься? Ну, справишься. Нет. Ладно. Вальну. Чё, походу все, а нет, не все. Бутылка масла, блядь. Мы ее где-то пропустили, наверное. Нашла. Секунду, я автомат попробую. Ты же сказал, что
Сейчас никого нет, легкий уровень. А, здорово, Денчик, это Hawk to Survival. Ой, ясно. Да. Только голова отлетела. Ну-ка. Че, погнали-то дать по миссиям? Вроде подкрепились. Да, пока... А, все, поняла. Наши где надо идти? Пошли к гидам, как говорится. Ты где? Ну, где дед красный, восклицательный. Да, тут только автоматом не думал стрелять. У меня его нет, пока не буду стрелять. У тебя есть автомат? Вот я открываю твой рюкзак, у меня нет автомата. Я говорю, ты его из чемодана не забрала? Нет. А почему? Ты же сказал, что с ним нельзя играть. Зачем он? Блять, с ним можно играть, просто не надо играть направо-налево, стрелять по всем. Ну, да, Дэн, может сказать, что сегодня такой. Меня просто эта игрушка расслабляет. Не знаю, God of War меня поддушивает. А что-то, блядь, толстый меня вообще задушили. Хочется просто першика. Просто хотя бы игрового першика хочется. Так, а здесь что мы делаем? Деду идем. Ну куда пошли, скажи. Я с другой стороны. Так, бешеные койоты. А мы проходили, блядь. А, навык персонажа прокачай. Деда, а, сейчас скажу. Ну, дед, понятно, что. А, сади, где у тебя рюкзак, и вот навык персонажа до третьего можешь причнуть? Ты догнал, что мы это самое прошли с тобой. У меня уровень персонажа 5. А, все ясно. У меня проблемы, значит. Продующие братья, окей. Че, ты готова это самое? Хардкор. Ну мы уровень сюда прокачаем, Лена. Нужно сейчас столовку построить, там построить, то построить. Ну хорошо. А давай попробуем. В принципе, я с двух стрел их ложу, если особо не уебываться. Если. Ай. Больно ноге, блять. Помогаю. Если не будешь так на них прям еще лезть. Народный зомбарь.
Так, ты будешь бегать с молотком, правильно? Ну, пока да. Я его хотел ногой пнуть. Успокойся. Да, да блядь. По-моему, самые душные это будут аллигаторы. Я не помню. Да, я бы уже давно был не жилец. Как и я. Я-то вижу, куда стреляю. Знаешь, Дань, страшно, когда по тебе дамаг проходит от того, с кем ты играешь. Это страшно. Посмотри на нее, как она носится. Она же готова уничтожать все подряд. О, аллигатор. Нет? Чего аллигатор? Там какой-то будет. Это ворона летает, у меня квадрокоптер летает. Ну, говорит. Тратник, да. У тебя бинты есть? Да, есть. Что ты их не используешь? Ну, я хочу сейчас добить и остановиться. И... Ну, я не стреляю. Лена, жди красный прицел. Это обязательно? Ну да, точнее, ты будешь в голову стрелять. Блин. Я думала, ты меня прикрываешь. Ты меня просила прикрыть? Я же говорю, я хочу сейчас подлечиться. Как еще попросить? Прикрой меня.
Сейчас я подлечусь. Можешь прикрыть меня? Что, блядь? Там черепаха эта ёбаная. Черепахе не подходи. Вообще не подходи? А, да. Блядь, Лена, на тебя захуяри. Где эта хуйня? А где черепаха? Ушла. Все, я подлечилась, но у меня нет. Можно. Может, она в море пошла? Какое море? Болото. Ай, блядь. Что, прям по спине шлепают. Знаешь, такой удар, когда ты сгоришь на солнце, тебя кто-то по спине бьет ладошкой. Собаку трясет. Аж не парень, прикинь, короче, я иду по Окей, ну, там, деньги в банкомат вложил. И стоят два парня молодых, ну, блядь, блядь, 10-12, и стоят меня улыбаются, смотрят, думают, что, блядь, может, мне что-то нарисовано, не знаю, вообще, какаху наступил, не знаю. И я дальше так, мимо них прошли, они такие, о, да это же Вин Дизель, я такой, сука. Походу, вы меня в Ютубе видели, потому что я в белой майке сижу. И, о, это же Вин Дизель. Ты будешь с ним разговаривать? Да. И хихикует, блядь, встает. В смысле мне не хватает навыка для взлома? Отвертку возьми. У меня она есть? На... Отвертка есть у меня? Мне надо взлом прокачать. Доволен? Чё, доволен? Ты тут взламываешь, я не могу. Потому что я взяла отвёртку. Отвёртку. Я понимаю, что взяла отвёртку. Я входил в уровень четвёртый, у меня не четвёртый. А, блядь, ты прокачался. Ты прокачалась, потому что. Ну а что ты ворон считаешь? Ма-ма-ма. Что себе? Борзая какая. Умная. Блин, мне блядь, нужно... Блядь, ты шкаф открыла и все. А? Нашего убежища пойдем. Мне нужно бинтот наделать. У нас... Так ты можешь так сделать. В рюкзак-то зайди. Подожди. А нет, не в рюкзак. Я походу, если на клавиатуре, то тот самый. Я знаю, Сёль. Мастерскую, правильно? Правильно. Ну, да. Что, сделала? Да, да. Нашему убежище пока нечего создавать. Но ты волновался о том, сколько хапнули этого самого.
умений. Подожди. Может, о, новое задание есть. Каска раздора. Каска? Каска раздора. Опять? Каска. Опять всего? А? Опять всего? Что всего? Опять всего? У этого старика какие-то ужасные задания. Но у него нужны предметы, чтобы мы это самое могли быстро, ну, чтобы было чем строить, скажем так. У тебя пила появилась, кстати? Да. У меня пила появилась. У меня молоток. У меня пилы нет. Пилу забрала, что ли? Ничего не забирал. Почему у тебя пила есть, а у меня нет пилы? Откуда я знаю, тебе нужно дать пилу? Нет. Ящик просто бросить, если что. Хорошо. Там свой дом чисти. Ну, как долго убивать? Зажимай кнопку, у тебя ты какой кнопкой бьешь? Ты же мышкой бьешь, правильно? Там высокий уровень. После ты идешь вперед и мышку зажимаешь и бьешь сильнее. Левую кнопку мыши. Зажми ее. Вот ты идешь на ходу и вот так вот. Чик, сделай. Вот ты идешь так вот, зажми левую кнопку мыши. Не бегай, блядь. Вот идешь и вот так вот зажми. Да, блядь. Видишь, что ударил рукоять? Вот ты не можешь не носиться. Шизует, что ли, вообще? Вот бежи, вот так вот зажми левую кнопку мыши. Да, левую кнопку мыши зажми. Иди и зажми. Иди и зажми. Это давали? Тогда не спрашивай, как я ее быстро убиваю. Блять, не там, не там выбросили. Обратно туда. С другой стороны надо прыгать. Вот здесь спрыгивай. Пусть. Говно собачье. Подожди, я как залезть? Помнишь, будет миссия, где надо будет эту телегу таскать, и с тобой зомби бежать? Ее придется хотеть. Не-не-не, не сегодня. Ну, сегодня мы точно не даем, но она будет в будущем. Там еще будут зомби-полицейские в тимах. Возьми мне какой-то с автоматом, ходи. Ходи к участку тимахом, просто, блин, не надо. Блять, в сундуке его сейчас возьмешь. Ходи с автоматом, просто, блин, будь ты. Главное, стреляй не по всем подряд. Ты знаешь, по всем подряд? На меня нападают и стреляют, то есть как?
У тебя хотя бы лучше теперь сделать. Ну, сделай. В смысле, блядь, сделай? Что происходит? Мы его пока не можем сделать. Куда они все бегут? Они сейчас на нас не бегут? Не бегут на нас. Лена, солнышко, пожалуйста, жди красные отметки на них. Я боюсь, посмотри, когда мне ждать, когда меня уже замочит, что ли, дождаться эту краску. Ты понимаешь, как она долго делает? Нереально. Ну я же ее делаю. Ты делаешь, молодец. Меня паник. Понимаешь? Паника. Панические атаки. Чуть-чуть подожди, чтобы у тебя паники не было. Чуть-чуть. Терпение, блин. Ты где? Улутаюсь. Ты же на карте меня видишь. Ты лутаешься, я лутаюсь. Мы не привязаны как на PlayStation друг к другу. Ай, блядь. Ты здесь был? Да, я был. А у тебя разве на карте не отмечено, где я был или нет? Нет. А, тогда есть. Это ясно. Ну что, у тебя не отмечается на карте, где я был? Секретный шлем. Сайк бежит за тобой. Прыгай. Прыгай, спрыгай. Алексей, стараемся. Эй. Да. Он собак в нос.
его разбирают от этого чеку. Ничего не может. Бля, благо, что отключено это все дело. А? Благо, что все отключено. Там я сейчас молотом бы приложил. Мне надо подлететь, как ты порыпаешь. Представляю, как бы ты сейчас нервничал. Ну понятно, когда ты бьешь, тебе кувалды по голове бьют. В смысле, копит навык взломать нужен, сука. Почему мне не хватает взломать? Постоянно? Это где? Наверху. Где этот навык взлома, блядь? А? Соседним? Да, нет, соседним. Я был не прокачан. Ничего не делал. Блин, наверное, где-то на остановке, да? Может быть? Мы еще не всю карту пришли. Ты сейчас тут собирала бы, чтобы это самое? Ну, не знаю, это просто попроще, я думаю. Че? Когда секунду попроще. Я ж тебе предлагал джойстик купить или тебе отдать. Мне это все равно с чего играть. Мне надо просто привыкнуть, наверное, на клавиатуру. Что мы нашли? Лем, да. Иди сюда, где я. Вот я буду тут прям лежать на столе. Сейчас. Подойти. В смысле как? Нет, я тебе не могу зайти, не могу. Наверх-то поднимись. А я где? А ты где? А-а-а. Есть шлем? Шлема нет. Сука. Ладно.
Значит, на каждого надо заново по два раза миссию проходить. Получается, я ж по твоим. А? Я ж, получается, по твоим зашла, мне не обязательно. Ну, а если шлем улучшенный понадобится? Ну, что-нибудь думаю. Тему там прокачивай его, в принципе. Там, главное, чтобы инструменты были с тобой, хотя бы отвертки. Все прочекали. Не, Ген, дележка еще не началась, она скоро начнется. Когда дальше прокачка пойдет. А тут начнется. Бля, ты че нахуй? Это мое нахуй. Когда раньше было. Да ты че, блядь, ебанутый, не видишь нихуя. Когда такое было? Когда мы, блядь, когда друг друга психовали, блядь. Там немножко другое было. Ну правильно, ты меня крутило постоянно, блядь. Там не дележка была. Дележка тоже была. Дележки не было. Ой, у меня тут проблема. Хелп мне, плиз. Плиз, хелп. Подожди. Идиоты. Так, все, все. Вот я поняла, как это. Ты уверен? Вот такой. Ты там все два здания прочекала? Спасибо. Ящик не открыла. Там внизу был ящик, который надо было открыть. Там где предметы. Предметы всякие. Че, горошек не, и пружины не подобрала. Решетка, блядь. Все, пошли. Да. Ну, это я не знаю. Это так, пошли не... домой тогда. А, пром... Да, давай чуть-чуть. А? Да, я хочу автомат. А вот ты хочешь? Автомат? Автомат. Пошли. Да. Сколько мне нужно, получается, в полюсе. Пули там внизу будут. М? Да, я всегда, да, всегда. Вот иди сюда. Вот пули, вот, всегда здесь. Полярные. Где конкретно? Нет, не здесь. Говорить?
Вот я сюда иди. Вот пули здесь свинцовые. Здесь да, джестер какой-то. Я за джестером бегаю, думаю, что происходит. Вот джестер. Не знаю, тут какой-то джестер бегает. Это игрок вот зашел. А, думаю, что происходит? Вот какие пули здесь. Пули? Я думаю, какие пули? Надо, наверное, поздороваться. Сейчас на входе и стоял, я не выдумал, ты чё? Ебанулся, что ли, блядь, старый? Так, подожди. Что за джестер? Не знаю, с престижем. А он может тебя заходить? Ну, не открытый лагерь. Он джестер покинул лагерь. Ну, думал, что это самое. Он будет тут все ломать, а ломать нечего. Украсть, да? Ну да, да. Он, так, просто, он просто приглашенный был. Он может только повышать уровень зданий, создавать предметы в зданиях и создавать здания, все. Что-то говорит? М? Он что-то говорит? Или говорил? Нет, он вышел. Я что-то слышал. Может, ты меня слышал? Он на задание ушел. А он может тоже ходить, получается, в твои локи на задание? Ну да. А ты с ним можешь говорить? Ну, скорее всего, в Дискорде здесь нет микрофона. Только привет, да, хочу есть, там, туда-сюда. Fine. Now that you've played... Куда идем? А, пошли домой? Понял. Дом где? Обозначено, да? У нас... Вот здесь зелененький ящик, правильно? Ну да. Что пахнет поленом, подожди. Так, ребят, секунду. Какой-то паленый запах. Пять головы? А? Пять головы? Да нет. Ой. Забралась? Паленый пах, чувствуешь? И секунду. Так, ребят, секунду. Улица не может пахнуть? На улице пах. На улице? На поджог. Ты у меня как дыр заднулся, что ли? На улице пахнет. Ну, может, это... Я закрыл. Мусорка, наверное.
что-то резко пластмасса запахло. Я думал, компьютер у меня что ли полетел. Ну, благо не компьютер. Я бы охуел. Ну, Джестер, если грамотный игрок, он знает, где эта хуйня находится у нас. Так, нам нужно прокачать лагерь. А персонажа мне прокачивать или еще не надо? А подожди, лучше прокачивать, когда по возможности. Ну, у тебя-то оно есть, я понимаю, что оно есть. Ты скидывай пока, потому что тебе не нужно сундук. Там нужно столовку построить. Ой, хотелось бы, потому что, ну, блин. Без еды невозможно. Невозможно. Просто невозможно. Так, ну что мне? Пила мне нужна? Сбрось этот сундук. Молоток мне тоже не нужен. И наша с собой отвертка и молоток Боннера всегда. Или отвертка только. Нет, молоток вам не нужен. Ну, отвертка, да. Семь ворон. Идите, бутылка воды. И здоровья у него ничего нет. И все, и я буду ходить. Ты чем? Как ты думаешь? Правильно. Понятно, да. С своим автоматом. Да, я хочу автомат. Только мне много пулек надо. Блять. Да. Лестер, нужно подкрепление. Джестер, нужно подкрепление, говорит. Джестер. Куда, блядь? Ну, видишь, стрелка красная. Шо он нахуй? Нужно подкрепление. Ему нужно... Не будем помогать ему? А чем я ему помогу? Ну, я не знаю. Помощь, спасение. Нехуй влезать. У нас лагерь здесь, на чем, куда мы сейчас пойдем? А где он? Хуй его знает, где он. Где он? Ты видишь? Ну, я на карте его не вижу. Он, наверное, на задании был бы. Чем грубо-то, если он там сам по себе играет, куда-то уходит? Так, нужно три проволоки не построить. А ты все выложила лишнее? Вот, ну, там проволоки, да, всякие материалы. Да, да, да. Вообще, у нас